Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 15 марта. Это означает только одно. Мы находимся в городе Бородянка, что под Киевом. И сегодня проходит первый этап Кубка Украины по кантри-кроссу, который называется Бородянка Аэросити. Местом состязания стал аэродром города Бородянка Киевской области. Несмотря на сложную ситуацию в Украине, спортсмены полны оптимизма. Ведь ничто не укрепляет дух так, как честное спортивное состязание. Звичайно, тяжка сьогодні суспільно-політична обстановка, але люди, як я сказав сьогодні, приїхали всі сюди для того, щоб підтримати і нашу державу, і показати, що ми все-таки одна єдина команда. А з радянських часів було сказано, міцна сім'я, міцна держава. То я хочу, щоб ми були єдині як держава, єдині як спортсмени, і всім спортсменам побажали, звичайно, перемоги. Це перший етап Кубка, перші два етапи були відмінені в зв'язку з подіями. Зараз таке затишье, і народ дуже хотів. Все очень просили, чтобы хоть как-то все-таки автоспорт у нас жил. Я очень рад, что приехало достаточно немало экипажей, все классы состоялись. Вот. Атмосфера хорошая, солнышко выглядывает, прячется, ветер, но никого это не пугает. Дорогие друзья, за моей спиной уже участники готовятся к тренировочному кругу посмотреть, собственно, какие же опасности, какие испытания приготовили им организаторы. Настроение участников просто замечательное. Собралось около 40 человек. Мы ждем старта. Ну а сейчас мы спросим, какое же настроение у наших участников? Как у тебя настроение от сегодняшних соревнований? Я рад, потому что я уже не раз на них участвую. А ты побеждал уже? Занимал призовые места? Очень много раз. А какие места ты занимал и на каких соревнованиях? Первые, вторые, третьего еще ни разу не было. Сегодня настроен на победу? Что ты сегодня займешь? Какое место? Первое. Ты знаешь трассу? Ты ездил уже на ней? Нет. Не ездил. Думаешь, сложно будет или просто? Сложно. Сложно? Какое место сегодня займешь? Второе, может. Второе? Почему не первое? Первое. Первое. Молодец. Удачи тебе. Многие задумывались, что интересного может быть на трассе, которая расположена вблизи аэродрома. Ведь аэродром — это ровная и чистая поверхность, а квадроциклы требуют бездорожных сложностей. Но, как оказалось, организаторы тщательно подготовили эти самые сложности. Появились трамплины, гребенки, сложные виражи. А открытая поверхность аэродрома позволяла зрителям наблюдать сразу все происходящее на трассе. Друзья, за моей спиной уже участники поехали на разогревочный круг. А это значит только одно, что соревнования начнутся совсем скоро, и мы узнаем, кто же стал победителем. К участию в гонке было допущено 42 экипажа. Экипажи представляли города Киев, Днепропетровск, Боярку, Киверцы, Тарасовку, Бровары, Чернигов, Кировоград и Северодонецк. Ну, много странных переходов. Местности таких, как пересеченка переходит в горбы, и как бы это, в принципе, круг интересный, как для гонщика, так для... А вы резать ленту будете, махлевать будете сегодня? Не, ну я бандит, конечно, но резать не буду. Я всегда настроен на победу, это настроены ли все проиграть, не, я не знаю. Трасса сложная, хотелось бы порвать всех и... Набираемся сил. Ну, трасса хорошая, я не первый раз участвую. Трасса хорошая тем, что широкая дорога, есть возможность обогнать, ну, если будет такая возможность, ну, как бы физически догнать и обогнать. То есть возможность есть по трассе. А подвохов пару есть там, ну, как бы это, трамплинов, но без них и нету интереса вообще выезжать. А раскрыть потенциал трассы на тренировочном круге нереально, потому что все едут медленно, пыль, кто-то боится кого-то сбить, и когда ты проходишь поворот на маленькой скорости, то есть ты просто пойдешь, ты даже его не запоминаешь. То есть все будут учить трассу заново первые 2-3 круга, когда будут ехать. Плюс трасса изменится после красачей. Я вообще молчу про девишки, потому что для них будет вообще другая трасса. Она будет ровная и без трамплинов уже. Но трасса, в принципе, интересная, классная, погонять хочется. Вот жду не дождусь, когда ребята поедут уже. Хотелось бы больше трамплинов на трассе, учитывая, что она очень скоростная. Вот реально. Претензий по трассе нет никаких. Единственное, что война моторов будет. Не столько мастерства, сколько моторов. Скажу честно, мне нужна только победа. Может, это там где-то эго свое, еще что-то, но я еду не участвовать. Я еду побеждать и бороться до последнего.
Ну что ж, начался первый заезд категории Junior. Наслаждаемся и смотрим. Жалко, что один круг, потому что гонка могла быть намного лучше, если бы было много времени гонки, потому что так 15 минут покататься, это неинтересно. Mm-hmm. Ты занял первое место? 100%. Эмоции хорошие, хотелось бы еще раз. А вы как женщина, вот вы мужчине говорили, не гони? Нет, я не говорила. То есть гони, да? Там пусть... ничего не слышно. Ну вот и начался второй заезд первого этапа Кубка Украины. Смотрим и наслаждаемся, друзья. Битва за победу оказалась напряженной. Спортсменам приходилось буквально вгрызаться в трек, чтобы отвоевать хоть секунду у своих соперников. Такое напряжение выдержали не все. Были и технические сходы. Впрочем, все заезды прошли без аварий и травм спортсменов. Погода радовала своим весенним солнцем и температурой плюс 15 градусов в тени. Ну вот уже закончился второй заезд, и давайте подойдем к нашим участникам и узнаем, какие же эмоции после старта. Эмоции очень позитивные, очень рад, что начался сезон. Вот, очень долго ждал этого, потому что зиму сидеть дома как-то скучно было. Вот, но единственное, тяжело было, что это первый этап, вот, надо тренироваться больше, а так все вроде бы хорошо, очень рад. Да эмоции на пределе, не могу говорить, так устал, тяжело, первый раз. Самое сложное, вот там вот качкари такие очень сложные, такие неровные, это было просто страшно. А трамплины просто обалденные. Трасса отличная, шикарная, действительно очень понравилась, крутая, много неожиданных моментов. Спасибо организаторам, все здорово. Траса шикарна, єдине, що трошки смущають трампліни, а так, в принципі, шикарно. Траса дуже легка, ну, прошлый год був сложнее. Ну нічого, для розмінки, для первого етапу Кубка чемпіонату України траса. У нас настрой поучаствовать хорошо, траса не сложная, легка, обычно намного сложнее, но все бывает, это соревнования, это гонки, все может быть. Да, да, хотим первое, однозначно хотим первое, посмотрим. Сзади у нас конкуренты вроде есть, и ты впереди достойные, поэтому будем бороться. Дорогие друзья, начинается самый зрелищный заезд сегодняшнего дня. Класс УТВ, где машинки намного мощнее других и покажут прекрасное шоу. Смотрим, наслаждаемся. Последнему и наиболее сложному заезду этого этапа классов UTV погода резко изменилась. Их заезд заканчивался под шквальным ветром и проливным дождем. Не миновал он и награждение победителей. Но погода, как всегда, не повлияла на спортивный настрой спортсменов и зрителей. Just find another day, and you will hold on.
Открытие сезона 2014 можно считать успешно состоявшимся. В самое ближайшее время будет известно место и дата проведения второго этапа. Следите за новостями на официальном сайте соревнований. Нормально, потеряли только глушитель. Так все отлично. Была отсечка на 95 км в час, и больше он не ехал. Вообще. Да. Трудности были на поворотах. Если повороты, то мы справились с этой задачей, я считаю. Ну, все, что можно было сделать, мы сделали. Мы довольны результатом. Нас это вполне устраивает. Мы доехали. На этой трассе надо тоже доехать. Дорогие друзья, ну что ж, первый этап Кубка Украины завершен. Есть победитель, есть проигравший, как и в любом спорте. Погода, как вы видите, у нас была утром хорошая, сейчас не очень. Несмотря на политическую ситуацию в стране, мы надеемся, что остальные этапы пройдут успешно, без изменений и с хорошим настроением. Море эмоций подарили нам сегодняшние участники, и сами бегают заряженные и дарят эту атмосферу другим. Друзья, не переключайтесь. Делитесь X-Line. Смотрите X-Line. Смотрите X-Line. И смотрите канал X-Line на YouTube. Мы вас любим. До новых встреч. Генеральный спонсор соревнований Ukrainian Cross Country – компания Logos Sport, эксклюзивный дистрибьютор Can-Am BRP в Украине. Веб-сайт brp.ua.